Так вот, делали перегородку. Здесь взрослые. Потому что все-таки это беленькая уточка. Она дерется. Она выщипывает жопой у утят и ест. А вот мои красавчики. Посмотрите на этих кабасик. Большие уже. Вот, вот какие. Толстенькие. Вон, вон, пожалуйста. Уже начали линять. Даже не линять, а перышко. Уже такое начали отращивать. Не пух, а перо. Там и налилась дождевая вода. Там червяки прям плавают. В общем, короче, гляньте-ка этих кабанов. Вот им. Сегодня у нас получается, что 18-е, да? Ну вот им месяц и 5 дней. Вот такие кабасики, пожалуйста, вам. Вообще мне нравятся. Такие толстенькие, класс. Он довольный, носится, гуляет. Вчера побрызгала деревья и пошел ливень ночью. Отли. Тля сожрала уже все на свете. Вот моя красотулечки. Это так яйца не несет. Ну, потому что у нас постоянно переезды то туда, то сюда. Ничего страшного, эти пока будут. Все выросло. Дождь прошел ночью, все посвежело такое стало. Ух-ух. Вот. Вот у нас тут поскручивались листики. Посмотрим. Да, тли нету. Тля сдохла. Ну, значит, успешно побрызгала. И дождик не помешал. Он, наоборот, это все скинул. Ну, что это такое, ленте? Это же вообще... Там и червяк какой-то, и тля. Все, нема, да, она дохлая. Я, по-моему, даже божью коровку убила. Ё-моё. Вот они и не живые. Так что такие дела. Так.